Привет, братья и сестры, по-другому сказать сегодня не могу. Огромное вам спасибо за то, что вы откликнулись на наш вчерашний призыв. И каждый, кто как смог, кто чем, помог Сергею Домашних, и в итоге мы за один день собрали больше 7 миллионов рублей. Это те деньги, которые дадут возможность ему и его маме купить квартиру и жить достойной жизнью. Спасибо вам огромное еще раз, это большое чудо. Вообще творчество – это удивительная штука, это уникальное чудо, потому что то, что когда-то было буквами и мыслями, в итоге превратилось в хорошее дело, благодаря которому мы можем себя чувствовать людьми, человеками, настоящими, потому что все же в наших руках, мы же сами творим эту реальность. И то, что каждый из нас, как счел возможным, включился в этот процесс – это очень дорогого стоит. Это говорит о том, что мы реальная сила. Сила добра, сила творчества, сила любви. И уж коли у нас получается, давайте смотреть на этот мир именно с точки зрения того, что мы можем дать. Каждый на своем месте, где мы находимся. Не взять, а дать. Это так круто. Просто даже думать об этом, это уже очень многое. А когда ты начинаешь об этом думать, потихонечку меняется и твои действия. Дай Бог, чтобы каждый из нас в этой жизни чувствовал себя на своем месте, потому что мы здесь рождены для того, чтобы делать что-то хорошее, доброе, настоящее, красивое, за что не будет стыдно. Классно, спасибо большое. Мы очень тронуты и благодарны вам за вашу любовь. До встречи.